работу с молодежью, с детьми, показать, что для них одна из задач – это приобщить их к каким-то занятиям здоровому образу жизни. А здесь еще дополнение – это воспитание патриота в себе. Вот вроде начинается с простого шага, стать участником этого проекта, и тогда ничего придумать не надо. Понятно, что здесь было озвучено, что должны быть подготовленные люди. Мы прийти на митинг, почти память героя Советского Союза – это нормально. Да, ты поедешь с нами 5 километров. Вот, сделал первый шаг и первым заездом уже приобщился к истории. Мы должны помнить себя, свою жизнь, до войны, войну. Мы должны. Сильный человек, сильная Россия. Когда это все делается впервые, а теперь мы попробуем и приобщить и профессиональных спортсменов, и любителей. Кто стоит, ничего не делает, значит, нет успеха, нет развития. Поэтому мы предлагаем послужить молодежной политике, они с разрушением имени готовы поддерживать любые начинания, которые направлены на воспитание настоящего поколения.